Всем привет, дорогие друзья! Мишутка наш снова занимается ментальной арифметикой, ему очень нравится. Также я хотела вам сообщить о том, что школа Sirius Future проводит акцию. Все абсолютно пакеты занятий у них сейчас по старой цене. Ссылочку я вам оставляю внизу в описании под этим видео по промокоду SF10. Вы сможете получить данное предложение и приобрести любой пакет по старой цене до 10 ноября, друзья мои. Успевайте. Первое занятие, как я уже всегда говорила вам, абсолютно бесплатное. А также при покупке пакета от 8 занятий школа Sirius Future дарит вам семинар-практикум «Как воспитать самостоятельного ребенка». И плюс еще один бонус – двухнедельный марафон по программированию. А также при покупке 16 занятий школа Sirius Future дарит вам, плюс к тем бонусам, которые я уже перечислила, дарит вам бесплатный урок по выбранному курсу. Со всеми курсами вы можете ознакомиться в описании по ссылочке, переходите, ознакомливайтесь. Также школа Sirius предоставляет такие услуги, как подготовка к школе, математика с 1 по 4 класс, рисование, скорочтение, основы арифметики и многое другое. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто хотел бы записать своего ребенка, кто еще раздумывает, кому это было бы интересно. От себя могу сказать, что мы школой довольны на 100%. Миша счастлив, математику он подтянул. Как я уже говорила, на собрании наша американская учительница рассказывала нам о том, что он самый сильный студент в классе по математике. У него по математике 98% из 100 – это лучший результат в классе, и оценка у него A+. Здесь в Америке оценки ставят A, B, C и так далее. Вот A+, он зарабатывает по математике, и я понимаю, что это заслуга школы Sirius Future, потому что раньше Миша таких результатов не показывал. У него была твердая четверка B, но A+ у него стало после того, как мы начали заниматься в школе Sirius Future. Пожалуйста, переходите по ссылке, сообщайте менеджеру промокод, и такой же успех, как у нашего Миши, ваших детей тоже не заставит ждать. Всем желаю удачи, всем счастья, мира и добра. Одиннадцать. Так, возьми 77, убери 66, добавь 55. 66. Отлично. Возьми 99, убери 22, убери 55. 22. Отлично. Возьми 33, добавь 55, убери 22. 66. Ну что, друзья, вот они мои покупки в Falling Price. Сейчас буду вам подробно каждую единицу товара, каждый товар, короче, показывать и рассказывать. Сегодня, напомню, пятница. В Falling Price у нас абсолютно все товары по $1. Вот такой вот ящик с пеналами. Мишаня у меня просил пенал. Вот, а здесь целая упаковка. Я подумала, что пусть в школе будет у него пенал. И дома пускай тоже будет, чтобы не валялись всякие ручки, мелочи, пластики и так далее. Вот такие пеналы просто. Пластиковые боксы. Такие. 4 штуки за $1. Вот. Дальше. Это у нас бинокль. Просто обычный бинокль, вот как на картинке. С чехлом. С веревочкой. Веревочка, да, там в комплекте, Миш? Нет. Нет? Да. Вот такой бинокль за $1. Вот это какая-то настольная игра. Я посмотрела на Амазоне. Эта игра стоит что-то около $10. Я думаю, в 10 раз дешевле за $1 надо брать. Разберемся, правила почитаем, будем играть. Мы любим различные настольные игры. Это у нас jokes and puns, различные шутки на английском языке. Да, Миш, ты открывал? На английском все? Mm-hmm.
различные шутки, прибаутки, короче, вот тоже развлекательного характера. Дальше. Здесь у нас за $1 огромное количество шаров, вот таких серебристых, матовых. Доллар. Это у нас два сменных фильтра для воды фирмы Brita. Кстати, к нашему почему-то у нас Brita, и к нашему не подходит. Не знаю почему. Я купила аж 3 коробки на радостях. Это у нас набор для пикника. Вот такие стаканчики металлические. Мне понравились, что очень удобно брать с собой на пикник. Вот, в количестве 6 штук. Вот такой вот набор металлических стаканов. Дальше, это у нас скалка для массажа, массажная скалка. Тоже я подумала, что мне нужно. Я вообще люблю все, что связано с массажем. Так, это мне на футбанке дали, я не буду вам показывать женские, гигиенические. Форма для запекания в количестве 2 штучек, красная и черная. Тоже вот за $1 формочки. Это я себе купальник взяла. Надо будет, кстати, померить. Размер XL вроде бы должен быть мой. Вот с такими вот рукавами красивыми. Такой вот купальник. Просто чисто черного цвета. За $1. Это витамины B-комплекса. Витамины B. 150 штучек. Срок годности до сентября, скоро закончится. Вот, но я буду принимать. Мишане тоже подаю. Посмотрим, почитаю вообще для кого. С витамином С. B-комплекс с витамином С. Так, это у нас, чтобы массировать голову. Вот такая вот расческа. Вот такая вот расческа, чтобы делать массаж головы. Решила взять. Мелатонин — это для того, чтобы лучше спать. Мелатонин, он от природы содержится в нашем организме, но когда его не хватает, в общем, его можно вот в таком виде, вот в виде таких желеек. Я знаю, у меня подруга дает ребенку с раннего возраста, короче, он такой безвредный. Light — это опять лампочки. На Новый год будем что-нибудь украшать. За доллар 200 вот таких лампочек, почему бы не взять. Это я купила посуду. Посмотрите, какая красивая, мне понравилась. Я вообще любитель подобной различной посуды. У меня в России было много привезено из-за границы. И, в общем, здесь я тоже увидела, не могла пройти мимо. 2 вот эти чашечки, $1. Дальше, это просто обычные хбшные кухонные полотенца. Размер 51 на 51 сантиметр, синего цвета, обычные хлопчатобумажные полотенца кухонные. Это бумага для принтера, но не простая, не белая, а голубого цвета, вот такая. Целая упаковка бумаги для принтера, $1. Это у нас рамки для фотографий. Я купила их здесь в коробке 3 штучки. Я купила, чтобы те награды, которые у нас валяются, Олежкины, они формата А4, как раз вот в рамку поставить и куда-нибудь на видное место. Видите, А4 формат, рамка для фотографий. В количестве 3 штук, стоимость $1. Давайте дальше. Это у нас папка очень удобная. Я уже покупала такую папку за $6, по-моему. Это у нас папка для бумаг, для документов. Здесь вот видите различные файлики промаркированные. Можно сложить сюда куча документов.
Есть ремень. Ну и вот такие вот кармашки. Такая вот папка. Очень удобная, очень много помещается. Решила взять. За доллар грех было не взять. Это еще пара фильтров для воды сменных. Как я уже сказала, я купила 3 упаковки. Это у нас целый огромнейший набор одноразовой посуды для пикника. Здесь вилки, вот это скатерть, тарелки маленького диаметра, 2 упаковки, салфетки, тарелки большого диаметра, 2 упаковки, стаканчики, ложки еще здесь, ложки, вилки и все, пожалуй. В общем, вот такой огромный набор одноразовой посуды за 1 доллар. Вот это тоже посуда для пикника. Здесь поменьше набор. Тарелки вон там вот маленькие, большие. Кстати, скатерть тоже. Ножи, вилки, стаканчики. А ложки? А ложек нет. Ножи и вилки. Мясо, наверное, рассчитано на пикнике только будут готовить люди. Ну, салфетки еще. Да, вот, упаковка салфеток. Таких наборов я взяла несколько. Вот это у нас 10-минутные кроссворды. Какая-то такая игра, короче. Я так поняла, кроссворды разгадывать. Я загуглила на Амазоне. Эта штука стоит 14 долларов. Я решила, что за доллар нам это нужно. Вот эта вот штука очень интересная. Это, короче, такие чашки, которые, чтобы места много не занимали, в сумку кинул и поехал на природу. А на природе взял их вот так раз, развернул, и можно сюда положить салатик, супчик, что-нибудь положить. В общем, вот такие 3 чашки, черная, серая и красного цвета для пикника, я так думаю. Вот эта табличка мне очень понравилась. Да, вот этот набор чашек за 3 штуки 1 доллар. Вот эта табличка мне понравилась. Land that I love. Земля, которую я люблю. USA. Классная табличка. Миш, дай вон тот, пожалуйста, там еще, с той стороны. Это все тоже. Не-не-не, вот. Терияки, витамины. Это вот оттуда. Это еще один набор такой же, точно такой же. Я их купила 3 штуки. Вот еще один набор. Тут мы с вами смотрели. Ложки тоже есть. Вот ложки. Ложки, вилки, ножи, стаканчики. Тарелки. Маленькие тарелки, большие. А вот это, знаете что, это флажки вешать. Кстати, там тоже получаются флажки. Я думала, салфетки. Лучше бы, конечно, салфетки положили. А, нет, они разные наборы. Смотрите, здесь салфетки, по-моему. Короче, ладно, потом разберемся. То ли салфетки, то ли флажки. И здесь то же самое. А по-моему, здесь и салфетки, и флажки. Вот видите, вот это флажки, а вот это салфетки. Дальше вот это вот тарелки маленькие, тарелки большие. Короче, набор такой. Вот это я взяла, не знаю, будет работать, не будет, поиграть. Короче, за 1 доллар, смотрите, здесь 2 флакончика этих мыльных пузырей раствор. Потом в комплекте вот такой вот агрегат. Нажимаешь кнопочку, и вот отсюда должно появляться огромное количество пузырей. Мишань, попробуем? Угу. Это я не на подарок купила. Ну, сейчас я съемку закончу. Вот. Короче, мыльные пузыри пускать. Вот такая вот штука. Вот видите? Я уверена, что она значительно... Я даже не гуглила, но я уверена, что она значительно дороже, чем 1 доллар стоит. Поэтому решила купить. Вот эту штуку мы взяли для красоты. Повесить куда-нибудь. Вау. Очень классный, веселый, такой позитивненький. Не то, кто он, клоун, не то дядька какой-то. Здесь, походу, переключать режимы. Если эта штука работает, то я буду довольна этой покупкой.
Она светиться должна, насколько я понимаю. Такую штуку взяла. Дальше. Давайте дальше. Вот это я взяла вообще для дочери нашей подруги. Но мне кажется, что Мишаня может ее отжать. Короче, это какая-то штука. Ее поливаешь, поливаешь. Оттуда что-то вот-вот появляется, вырастает. И в конечном итоге оттуда вот такая кукла вырастает. Вот. Зачем мне кукла? Ну вот и я подумала. Подарим, короче. Это я на подарок взяла. Я хочу растить. На подарок. Как же делать? Вот эти шорты. Я сомневалась. Алексей говорит, Миша не поместится. Я говорю, ну давай попробуем. Мне кажется, что поместится. И за доллар очень даже классные. Вот такие вот классические, суперские. В школу ходить. Шортики мы взяли Мишане. Это, не знаю, какая-то фирма Amazon Essentials, правильно, Миш? Essentials. $1, короче, мне эта покупка обошлась. $1. Явно, что эти шорты стоят значительно дороже, чем $1. Дальше. Огромное количество салфеток. Здесь написано congratulations, graduations. Поздравляю, типа, с выпускным. Но нам какая фиг разница, чем рот вытирать. 250 таблеток. Салфеток мы обычно покупаем что-то около $4, 3 с чем-то. А здесь мне 200 салфеток обошлись в доллар. Ну, плюс таксы там, я не знаю точно. Доллар, может, 10. Вот, такое количество салфеток я взяла. Всегда нужная вещь дома. Дальше. Это у нас целый набор. Вот такая вот коробище. Тоже с одноразовой посудой. Смотрите, здесь набор ложки, вилки и ножи. Вот такой огромная стопка салфеток. Вот такая. Это у нас маленькие тарелки, тоже стопка такая солидная. Это у нас большие тарелки. Короче, вот одноразовые посуды нам теперь на пикник предостаточно. Вот такая вот коробка с одноразовой посудой мне обошлась в $1. Да, она вся разорванная, но тем не менее вся посуда она в упаковке, поэтому все там чистенько. Это у нас набор крючков для занавески для ванной комнаты. Решила взять, потому что у нас в одной ванной комнате такие не сильно надежные пластиковые крючочки. Я решила вот такие красивые приобрести. Это у нас железо с витамином С в количестве 60 таблеток. $1 всего, представляете? Попью немножко железа. Это у нас, опять-таки, с поздравлением, с окончанием какой-то учебы. Вот такие вот кружки. Мне понравились сами кружки. Я думаю, пусть будут. Кружки лишними не бывают. Смотрите, как красиво они оформлены. С такими разводами очень красивыми. Еще у кружки есть крышка. Вот. И еще в наборе есть две вот такие вот ложки. Так что будем теперь вечерами сидеть на балконе с Алексеем, пить чай из вот таких вот красивых кружечек. Такой набор весь мне обошелся в $1. Две кружки, две крышки, две ложки. Дальше. Это у нас опять-таки набор посуды. Смотрите, стаканчики. Раз. Стаканчики. Два. Это у нас, смотрите, ложки, вилки опять. Это у нас флажки поздравительные. Это у нас тоже что-то там украшательное. Вот такое количество тарелок маленьких. Вот такое количество тарелок еще раз маленьких. И вот такое количество тарелок побольше. В общем, огромное количество одноразовой посуды я набрала. Так. Дальше.
ты мне дал, да? А терияки где? Это витамин D. А? Это витамин D в количестве 90 жевательных таких вот желеек. Это еще одна пачка мелатонина. Мелатонина я взяла две упаковки. И вот такой вот терияки соус органик. Тоже вот эта вот бутылочка мне обошлась в $1. Так, дальше. Я люблю вот такие тряпочки, полюбила в качестве кухонных. Просто стол протереть, там вокруг раковины протереть. Вот такие вот небольшие тряпочки. Я вот тут посчитала. Здесь, конечно, не комплект. Я не знаю, сколько в комплекте должно быть. Но здесь 7 штучек. Упаковка вскрытая, тряпки новые. Их в любом случае я буду стирать перед применением. Короче, 7 вот таких салфеток я взяла за $1. Дальше, я не знаю, либо Алексей заберет, либо Мишаня заберет вот эту штучку. Я не знаю, почему здесь написано «Merry Christmas». Но здесь внутри, Миша у нас увлекается покемонными карточками, и здесь внутри вот такие ячейки. Я не знаю, поместятся туда его покемонные карточки или нет. А? Но здесь вот такое количество листов с вот такими, короче, этими окошками для того, чтобы карточки складывать. Я не знаю изначально, для чего это подразумевалось, но я взяла для того, чтобы Миша сюда свои покемонные карточки складывал. А если они не поместятся, либо Миша откажется, то Алексей сказал, что он возьмет и будет туда складывать монетки. Вот такая вот штучка тоже мне обошлась в $1. И вот это... Ну, просто не могла, опять-таки, пройти мимо. Смотрите, целая коробка. Я посчитала, здесь 20 стаканчиков. Вот таких вот пластиковых стаканчиков многоразовых. Слушайте, ну, для пикника это, по-моему, прям идеальный вариант. Вот. Короче, вот такое количество пластиковых стаканов для пикника за $1. 20 стаканов за $1. Все, вот такие покупки я совершила. За все это отдала вместе с таксами 49,49, почти $50. Ну вот такое количество, как мне зрители говорят, ненужного хлама. Но на самом деле в конечном итоге копейка рубль бережет. И все это потихоньку израсходуется. Потихоньку, не сразу, может быть, пройдет полгода, год. Но мы потихоньку эту посуду израсходуем, всем этим будем пользоваться. И в конечном итоге в общей сложности наш бюджет... сохраняется больше, чем если бы мы по отдельности каждую вот эту вот стопочку стаканов или стопку тарелок покупали бы. Потому что $1 стоит набор тарелок. А здесь, смотрите, я за $1 купила целый набор из набора тарелок, да? Поэтому все это, конечно же, применится и сэкономит нам семейный бюджет в конечном итоге. Кому понравились сегодняшние мои покупки, не забывайте обязательно поставить пальчик вверх. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Приходите еще. Она не выговорит, а Тим! Мяу! Это лучший день моей жизни! Чарзард! Ей! Тебе нравится, сыночек? Мьюту! Мью! Это самая лучшая карта в мире! Это самая лучшая карта. Я не хочу так долго. Ты счастлив, зайка мой? Я обожаю этот день. Еще один Чарзард. А что, они все золотые и крутые? Да. Смотри. В одной коробке? Давай другие откроем? Давай. На тебе другие. Так, куда лукарь положить его? Не знаю, что у наших американских детей за тема. Напишите в комментариях, есть ли у ваших детей. Абсолютно одинаковые? Абсолютно то же самое. Да? Лукарио. Райнза. Да, то же самое. Но все равно... А, нет. Ну да, немножко. Да. В общем, вот так они прям счастливо, невероятно, до сумасшествия. От этих покемон-карточек.
думал то, что... Чё? Это Иви. И чё это? Это очень редкая карта. Да? Это вот такой вот мне Пикачу затрейдили. Да, прям точно-точно, только немножко по-другому выглядел. Так может одну коробку продать им? А? Мью, мью. Давай одну коробку продадим. Кому? Твоим друзьям. Нет. Деньги вернем. Я их не за дешево выиграла. На сколько? Вместе с таксами каждая коробка по 10 баксов. Нифига себе. Угу. Мьютл. Знаешь, они могут за вот эти вот все карты предложить? 30 баксов дадут за одну упаковку? За вот... За... Смотри. За вот эту вот 80 баксов дадут. Как? Наличными. Да. Давай. И я тебе еще выиграю на эти деньги. И будешь делать бизнес. Я Максу покажу, больше он захочет купить. Давай. Ты не трейдь. Стоп, а сколько у меня карт тут? 110. Раз. В каждой по 55. А это еще 55. Ты не трейдь. Ты не трейдь. Ты продай, а мы на эти деньги еще выиграем. И будем делать бизнес. Понял? Я даже поеду не только вот близлежащую аукционную точку. Я даже куда-нибудь далеко поеду за ними. Если ты сделаешь на этом бизнес. Понял? Лучше не верить! Ты всего у меня...